Здравствуйте, с вами снова я, Максимелла, и сегодня мы будем продолжать играть в игру под названием «Некрокролики». Давай продолжим. Мы спустились уже в подвал за вот этого братуху. Будем играть за брату... Конфетка! Конфетка, вылетела конфетка. Конфетка. Видимо, это кухня. Кухня этого страшного замка. Ну да ладно, выходим из этой кухни и идем дальше. А что это такое? Странно, здесь уже ничего не горит, факелы опущены. Вау. Это даже не кухня, это страшно уже. Кто здесь был, Вася? Кто здесь разрушил? А и правда, что здесь произошло-то? Это босс? Это босс, наверное, да? Что реально страшно, все двери выбиты. Конфетки. Находим. Наша задача была найти конфетки. Но судя по тому, как здесь обращались с поварами, или же... Можно я тут схожу в толчок? Мне и так страшно, я пересрался от того, что я увидел. Я только тут от тебя обосрался, лошадь. Хотя что я пересрался? Я ничем не устрашился за эти приключения. Так, всем я устрашился. Дайте я помоюсь хотя бы, ё-моё. Но есть уважение к гостям, ну что это такое-то? Ладно, идем дальше. Блин, все разберут. Опять дверь с загадками. Безглазый Джек? Ага. Чё? Я не понял. Свечки надо зажечь, не знаю. И я такой слепой, как бы, я тут всё вижу. Вот свечка. Слышь! Тут пошло нахрен привидение, блин. Хоть что-то сраное привидение меня мешает забыть свечки. Я задул. Сраное это привидение. Да пипец. Я справился, пипец. Только мне стоило выключить записи, я справился. Сраное привидение. Оно почти все испоганило. Все задувало свечки до задувания. Так мы выясним, что здесь произошло. Заходим. Дайте конфетку-то возьму. Я конфетку. А. Чего? А, назад идти. Ой, это очень, понимаете ли, крутой процесс. Идти назад. Это просто, я не знаю. Круто. Мы нашли 9 конфеток, 10 каких-то хреней и 10 черепов. Видимо, где-то мы одну конфетку просрали. Не знаю. Я пропустил одну дверь или что? Вроде нет. А вы уверены, что мне надо туда идти? Ну ладно. В эту яму идти, мне сказали. А! Там зомби! Схватили мою сестру. Хвосрали. А чё зомби схватили скелет? Чё они хотят с ними сделать? А ну идите сюда, я вам сейчас втащу. Куда побежали? Чё ты собираешься со мной делать? Не надо. Чё делаешь, алё? Спасибо. Что? А, понятно. Нам дарят шарики, а я думал, вас хотят убить. Ах, жаль. Ну окей. Сеструха, иди сюда. Вот это столько зомби, блин. Здорово, сеструха. И что делать будет? Фу, блин. Отличная идея.
Не, ну реально, отличная идея. Я даже не буду говорить, какая. 9 конфеток, 10 этих и 10 черепов. 1, 2, 3. Что 1, 2, 3? Чего 1, 2, 3? И что? Эй! Что, все заново? А, вы понимаете, такая короткая игрушка. Жили-были там. Перескажу вам историю. Поймали бедных скелетов зайцев. Ворона им принесла какие-то записки. А эти записки они начали читать. Это, оказывается, были о ключах. А где найти ключи? И вот они начали читать записочки. Эти, я думал, это карта такая. На самом деле, в этих, вот где крестики, где и этих кирпичей стоило вынуть, и там эти ключи. Надеюсь, вы поняли. Ну вот, он вынул уже ключ, нашел, освободился и начали сбегать. Поиграли в команде ножницы-бумага и ушли. Остальные страницы вырваны, в них мы и играем. Ну и все, на этом было все, пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Супер Микс Клаус, на друзья Максимал. До скорых встреч и пока!